еще не любите зиму, значит, вы неправильно подбираете одежду для зимы. Выбирайте теплые решения вместе с нашим телеканалом. Специальное предложение только сегодняшнего дня абсолютно точно согреет вас. И это костюм Снежана. Этот костюм Снежана, Арин, будет греть нас до минус 30 градусов. Только представьте, минус 30, вам не страшны никакие морозы. И у нас два цвета на выбор. Ну ничего себе, еще и выбор цветов у нас присутствует. Первый цвет – это синий. Обратите внимание на эту красоту. Ой, какой здесь мех потрясающий. Синий цвет на ваших экранах. Так, но так как мы говорим о костюме, в костюмы у нас входят и брючки синего цвета, пожалуйста. И куртка. У нас и брюки, и куртка входят в комплект. Также у нас есть комплект черный. Но давайте же уже вскоре перенесемся на подиум, чтобы посмотреть, как наш костюм смотрится на девчонках. Что такое специальное предложение дня? Это самая выгодная покупка на нашем телеканале в течение суток. Самая большая скидка. И по одной цене вы получаете сразу две полноценные вещи в ваш гардероб, которые согреют вас на температуру до минус 30 градусов. Ну а теперь мы смотрим на девчонок и выбираем с вами размеры. Я этот костюм советую выбирать на размер больше. И да, всегда, почему? Конечно же, ориентируйтесь, если у вас есть разница между верхом и низом, обязательно делайте выбор в сторону большего размера. На наших девчонках размеры, на Светлане у нас 50-й размер, Светлана носит размер 48-й. Так. Танюшка у нас носит размер 50-52 по бедрам и также выбирает на размер больше в сторону 52-го размера. Для того, чтобы осталась свобода, вы могли бы надеть джемпер, вы могли бы надеть дополнительное утепление и чувствовать себя максимально комфортно. Поэтому все-таки делайте шаг в пользу большего размера. И это целый костюм, только задумайтесь, сколько сегодня в магазине может стоить одна теплая куртка. Вы получаете сразу две теплые вещи в ваш гардероб. Размер от 50 до 58, потрясающее предложение, самая выгодная покупка в течение одних только суток. Делайте свою первую покупку и начинайте именно со специального предложения дня. Обратите внимание на этот мех, на эту красоту. До минус 30. И сейчас вопрос напрашивается сам собой. Что же нас будет греть в этом костюме? А греть, Арин, нас будет совершенно уникальный утеплитель, да, который называется FiberTech. Вот это... Он относится к разряду утеплителей нового поколения. Посмотри, так, каждая обладательница нашего костюма придет вот такой вот паспорт качества. Ух ты. Внутри мы видим содержимое, тончайшие полиэфирные волокна, видишь? И они внутри себя образуют недвижимые воздушные подушечки, которые и будут нас согревать. Давай же посмотрим, какие преимущества у FiberTech. Он легкий, гипоаллергенный, прекрасно сохраняет форму даже после стирок, идеальную терморегуляцию обеспечивает, не скатывается и не сваливается, даже когда достаем из стиральной машины, дышит и не впитывает запахи. Ты знаешь, на самом деле FiberTech используют представители экстремальных видов спорта, как горные лыжники, такие как альпинисты, когда им нужно укрыться именно от очень-очень сильных морозов. За счет чего? Ткань с одной стороны... у нас буквально останавливает тепло, не дает ему проникнуть внутрь, а с другой стороны у нас тело продолжает дышать, то есть все испарения у нас выходят наружу. В этом и есть уникальное совершенно свойство FiberTech. Вот это да, только задумайтесь, до минус 30, настоящая профессиональная одежда для городской женщины, которая обожает комфорт и активный образ жизни. Посмотрите на нашу Светлану, лыжницу, вот так можно стильно выглядеть на лыжне, вот так можно чувствовать себя, улыбаться всю зиму. Специальное предложение дня и размеры от 50 до 58. Наташ, ты знаешь, как бывает, вот купишь себе пуховик, да, вроде бы объемный, вроде должен греть, но знаешь, выходишь на мороз или выходишь в мокрый снег, и тебе становится холодно. Вот тут я тебя очень понимаю, очень важна ткань, из которой сделана внешняя оболочка ткани. Я тебе хочу сказать, Арин, что старые ткани, старые куртки, которые делали из плащевки, уже давно ушли в небытие. У нас новейший материал Дюспо. И я сейчас покажу, что никакой дождь, никакой ливень нашей ткани совершенно не страшен. Посмотри, вода абсолютно отталкивается, исходит с нашей ткани. Вот она, видишь? У нас остается ткань абсолютно сухой. За счет чего это происходит? Полотняное переплетение полиамидных нитей образует такую поверхность, которая полностью отталкивает воду. Мало того, эта поверхность еще и абсолютно ветронепроницаемая.
Именно материал Дюспо используют и также экстремальные представители спортов. Горные лыжники, опять же, альпинисты из этой ткани даже шьют спальные мешки, потому что она абсолютно не пропускает ветер и холод. Вот так вот, хотите стопроцентную защиту, хотите согреться, хотите сделать это стильно, модно, выбирайте костюм Снежана. Это спецпредложение. Это абсолютно непромокаемый, непродуваемый. Это профессиональная одежда для женщин. Итак, Наташ, я посмотрю на наших девчонок. Они все выглядят абсолютно по-разному. Такое ощущение, как будто у нас несколько вещей на наших моделях. Вот тут я с тобой совершенно согласна. Арин, смотри, на свете мы видим совершенно спортивный повседневный комплект. В таком виде мы действительно можем пойти кататься на лыжах, можем пойти на очень долгую прогулку в лес или в парк. Или, например, с детьми играть в снежки и кататься на горке. Но у нас две вещи. Давайте смотреть остальные образы, которые на наших девчонках. Наш костюм – это не просто будничный костюм для прогулок. Посмотрите на нашу Таню Крицкую. Мы видим совершенно уместный образ для того, чтобы пойти на работу. Посмотри, нашей курткой мы прекрасно дополняем, например, классическую юбку-карандаш и какие-то классические высокие сапоги. Все, мы идем на работу, мы идем в гости, мы идем в кафе или мы идем, например, в театр. Вот но это да. Это еще не все. Посмотри, мы и брюки также носим раздельно. Представляешь, например, мама с ребенком во время прогулки заходит в кафе и хотят там перекусить. Можем совершенно спокойно снять куртку, у нас будет уместный вид с нашими брюками и с джемпером, который мы выбрали сверху. Наташ, я бы хотела еще особое внимание обратить на брючки. Давай посмотрим на посадку. Давайте смотреть на посадку. Кстати, Арин, сразу хочу сказать, нам уже задают вопросы, утепленные ли брюки. Да, брюки точно так же по всей длине утеплены нашим совершенно уникальным материалом Fabertech. Ну а теперь давайте смотреть. Вот она, эластичная лента в районе талии наших брюк. Именно эта эластичная лента подстроится подо все особенности вашей фигуры. И самое главное, что мало того, что несколько килограммов лишних за зиму набранных там будут совершенно не страшны, вот еще этот комфорт, который будет сопровождать нас совершенно целый день. Вот так вот, комфорт на целый день. Две вещи по одной цене. И на работу, и на прогулку. Везде вы чувствуете себя комфортно. Комфортно мы будем себя чувствовать, даже если собрались в какую-то поездку. Арин, ты только представь, мы надеваем, например, куртку на себя, брюки, вот он, посмотри, совсем маленький сверточек, который уместится совершенно в любую, даже в дамскую сумку. Мы их берем с собой, если едем к родственникам, если мы едем, например, в дом отдыха, где собираемся гулять, или на какую-то туристическую базу. А еще и посмотрите, какой стильный и стройный силуэт у наших девчонок. А это значит, вы всегда будете на высоте. Хватит выбирать объемные пуховики и мерзнуть в них. Выбирайте профессиональные наполнители. Выбирайте надежную защиту. А еще мех и капюшон съемные в нашем костюме. Звоните и заказывайте.